Использование криптовалюты сделает оплату за морские грузоперевозки проще. Судоходная компания «Варомар ЛТД», расположенная в Одессе, Украина, и специализирующаяся на перевозке тяжелых негабаритных грузов и сыпучих материалов, планирует принимать биткоин как оплату за собственные услуги. Уже ведутся переговоры о проведении первой сделки в криптовалюте. Основатель «Варомар ЛТД» Александр Варваренко сказал: «Бумажный документооборот неудобен и отнимает много времени. Использование биткоин-платежей позволит значительно упростить и ускорить процесс».